Привет, Москва! И президент Володя! Открыть глаза мы вам хотим сегодня! Здесь жизни нет, терпения на исходе! Лишь недовольство слышу я в народе! Мы здесь ебашим на двух, на трех работах, чтоб заплатить за свет и за тепло! В кредит залезли мы по уши в налогах и вновь опять идем ебашить на него. На того Васю, что с тобой Вован согласен, ведь по закону может он нас наебать. А если кто-то с чем-то будет не согласен, такого сразу нахрен будут увольнять. У нас квартплата выше, чем зарплата, у нас дороги хуже, чем в лесу. Пока мы как рабы на вас ебашим, вы жрете там икру и колбасу. Мы собираем копье по смс-кам, чтобы больных детишек излечить. А ты отдал дружкам народные ресурсы, чтоб мог ты с ними миллиарды воротить. И что ж вы, киборги, богатенькие стали? Ведь миллиарды у вас тухнут на счетах. А вот людьми быть вы, по сути, перестали, и только ложь у вас гуляет на устах. А вы кричите там во все ебало, что жизнь в России прекрасна лучше всех, как пиздобольство уже ваше заебало. Ведь так пиздеть жестоко — очень большой грех. Так точно. Ведь так пиздеть жестоко — очень большой грех. И еще раз. Ведь так пиздеть жестоко — очень большой грех. Братка, еще раз. Ведь так пиздеть жестоко — очень большой грех. Как пиздобольство уже ваше заебало. The end now.